первые прилеты часа в 4, да. Вот. Мы на всякий случай вышли в коридор, сидели. Вот, было несколько взрывов. Занавеска летала туда-сюда. Вот. И уже там где-то минут 15 еще прошло. Ну, вроде вот, успокоились, думали, уже не будет. Вот. И вот последний прилет как раз был под нашим домом. Хорошо, что мы там сидим. А если здесь, все бы на нас, конечно. Вот вообще он рядом же, воронка под домом. Провеет, то и дом рухнул бы точно. Ну, буквально здесь вот пламя было в окне, сполыхнуло. И полетело.